Это далеко не первая встреча белорусских и китайских партнеров. Уже проведено 3 визита. Дипломатическая дружба между двумя регионами зародилась еще 2 года назад, а в 2017-м между городами было подписано соглашение об установлении дружеских связей. Цель состоявшейся встречи – развитие более тесных торговых отношений. Сегодня внешний торговый оборот города Бреста с Китайской Народной Республикой составляет более 55 миллионов долларов США. И ежегодно мы прирастаем от 20 до 30%. Основные виды продукции, которые поставляются на экспорт, это у нас молоко и сливки, это сыворотка, соответственно, ведущего молочного предприятия Савушкина продукта, мороженое поставляет Санта Бремер, Термобрест отгружает свою продукцию, поэтому у нас еще есть большой потенциал для отгрузки на экспорт. Развитие экономических и торговых связей, туризма, науки, образования, промышленности. У обеих сторон есть заинтересованность в реализации целого ряда проектов. Однако на встрече более пристальное внимание. Представители городов-партнеров уделили укреплению сотрудничества в сфере логистики. В Бресте планируется основать логистический центр. В его создании заинтересованы оба партнера. Сегодня мы посещаем Брест, чтобы продвигать более конкретные проекты. Строительство логистического центра очень важно. Наш город Ухань развит в области промышленности. Есть много хорошей продукции, которая будет интересна белорусам. А у вас качественные молочные и сельскохозяйственные товары. Они заинтересуют наших потребителей. Развитие экспорта и импорта взаимовыгодно для обеих сторон. Так как мы находимся на перекрестке между и транзитным грузопотоком между Азией, Россией, Казахстан. Поэтому мы находимся на той перекрестке, где необходимость это именно нахождение этого логистического центра. Поэтому мы сегодня хотим продемонстрировать именно свою территориальную принадлежность, показать, где может и должен располагаться именно этот логистический центр. Также поговорим непосредственно с субъектами хозяйствами, которые с нашей стороны, с белорусской стороны, заинтересованы в реализации данного проекта. На встречу оговаривались и 2 варианта месторасположения логистического центра. Площадка Белтерминала и предприятие Брест-Внештранс. В ходе визита китайская делегация посетила именно Брест-Внештранс. Окончательное решение будет принято позже.